Здравствуйте, дорогие мои! В эфире программа «Жить здорово» с Еленой Малышевой. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как работает организм во время застолья. Итак, дорогие мои, мне нужны зрители на органы. Ну, в смысле, зрители, которые будут изображать органы. Вы готовы? Хорошо, проходите. Вот еще один персонаж. Вы готовы? Хорошо, поднимайтесь. Вы хотите? Проходите, дорогой. Отдадите на опыты. А то он там вцепился в своего, как белка в желудь. Аплодисменты. 6 есть. Итак, давайте сейчас определимся, кто каким органом у нас будет. Вы будете у нас мозг. Хорошо? Ну ничего, что маленький. Давайте вы будете глаза, хорошо? Чего ты моргаешь-то? Какой-то ты мутноватый глаз. Ой, какая обаятельная у вас, улыбнитесь. Вот вы будете органом, которым зарабатывает себе на жизнь Андрей Малахов. Вы будете рот. Руки покажите, пожалуйста. Может, трясущиеся руки покажите. По-моему, вы претендуете на несколько иной орган. А вы, дорогой мой, будете главным органом, на который упадет вся тяжесть нашего сегодняшнего застолья. Вы будете печень. Вы будете страдать и терпеть. Теперь женщины в зале. Пожалуйста, кто-нибудь подайте голос. Кто крикнул? О, подними руку. О, будешь душа нашего организма. Хорошо? Так, итак, сейчас на наглядном примере я вам покажу, как функционирует организм во время застолья. Сначала душа просит выпить. Душа! Ну хорошо! Мозг. Мозг дает сигнал начинать. Давай, мозг, команды. Поехали. У нас не мозг какой-то, а Гагарин прямо. Глаза, ну что вы на меня смотрите? Глаза забегали, ищут где выпить. Ну бегайте, глаза, давайте, работайте. Нашли глаза, водку. Отлично, рот облизывается, рот. Иди сюда, облизывайся давай. Так, мозг возбуждается. Ну так... Ты ж понимаешь, что только мозг возбуждается, а не весь организм. Руки открывают бутылку. Хорошо, подносишь ко рту. Мы не из ведра пока. Из рюмки, дорогой. Да рот выпивает. До дна, дорогой мой. Отлично, мозг тупеет. Сделайте тупое лицо. Хорошо. Глаза косеют. Нет, какая-то у вас с одной рюмки, ребята, пошло. Дорогой мой, ну, а тут, конечно, делать нечего. Печень садится. Но одной рюмки мало, душа. Что же нужно сказать после первой рюмки? Первый, второй. Рюмчик небольшой. Вот видишь, это нижняя душа тебе вверх подсказывает. Правильно, конечно. После первой, второй. Руки наливают быстренько. Наливают. Рот громко выдыхает. Выпивает. Кривится. Мозг. Мозг – это конец рабочего дня. Отключайтесь. Все. Отлично. Глаза в кучу. Хорошо. И тут глаза видят ее. А я не знаю почему, а ты мне нравишься. Сама не знаю почему, но ты мне нравишься. Печень, ты вставай, тебе сейчас уже пора шалить. Весь организм мобилизуется. Глаза выпрыгивают из орбит. Отлично! Руки тянутся к
к ней! Да не важно! Я женат, в этой стадии ни один мужчина не женат. Тянутся руки, давайте глаза за руками, рот, печень, дорогая моя, мозг. Музыка пошла! Давай! Лампада! Так, стоп! Извините, я ошиблась, дорогая. Знаете, дело в том, что в этой ситуации мозг нам уже не нужен. Поэтому идите, садитесь в зал, пожалуйста. А вот теперь все нормально. Руки, глаза, рот, печень. Ну, конечно же, я, Елена Малышева.